Уплаву бухло! In the blue corner, Сладжан Тракишич! Продолжается турнир MMA-серии за номером 36. И мы напоминаем, что генеральный партнер MMA-серии – энергетический напиток Gorilla Energy. Gorilla Energy, дайте шума! Итак, легкая весовая категория, Сладжан Тракишич против Уильяма Диаса. Сладжан на наших экранах. Опытный боец из города Врана, что на юге Сербии, который обладает отрицательным рекордом, как вы видите на своих экранах, 5 побед при 10 поражениях. Однако, самое начало карьеры и последние 3 поединка все-таки сложились для Тракишича в плюсовой зоне, так скажем. 2 победы и 1 поражение и там, и там. А вот между этими положительными отрезками уместились 8 поражений и 1 победа. В Serbian Battle Championship Сладжан дерется не впервые, но пока здесь все печально. 0 побед при 3 поражениях. Выигрывает этот спортсмен либо решениями, либо нокаутами, а вот уступает как угодно. А пробелы, в принципе, есть везде. В последней встрече Тракишич нокаутировал прямым ударом Владимира Джорджевича. Было это 25 апреля этого года, так что простое, считайте, нет вовсе. У цвером углу! In the red corner! Вильям Диас! И соперником Сладжана Тракишича будет Уильям Диас из Бразилии. Его прозвище Бакалау, что в переводе с португальского означает треска. 15 побед, 12 поражений. Из 15 побед 5 нокаутом, 7 сабмишеном. Из 12 поражений 3 нокаутом, 6 сабмишеном. 84 года рождения, 36 лет этому парню, представляет Рио Гранде и команду братьев Нагейры. 180 сантиметров его рост. Дебютировал он в 2007 году с поражения Джулио Сезара Араухо Фернандеса техническим нокаутом. Всю свою карьеру бился в Бразилии. Из его соперников можно выделить разве что Марсело Брито, который приезжал к нам биться на М1 и проиграл Шаквату Рахмонову в первом раунде нокаутом. Сейчас Уильям идет на серии из 2 побед, правда, оба поединка провел в 2017 году и выиграл их в первом раунде. Леандра Мартинса техническим нокаутом одолел, а Луиса Марлона Гонсалеса ручным треугольником. Не выступал в ММА уже почти 4 года, но при этом активно выходил бороться по джиу-джитсу, выступал на мастерском чемпионате мира 2020 года, на чемпионате Тихоокеанского региона в 2018 году также принял участие. In the blue corner, Serbian fighter, representing Gladiators team from Vranje. He weighs in at 70 kilos. Professional record of 5 wins and 10 defeats. Slaljan Tracisic! In the red corner, Brazilian fighter, representing Infinity Fight team. He weighs in at 70.2 kilos. 50 wins, 12 defeats. Вильям Диас! Судья в матче Максим Тошич. Fighters, you know the rules. Obey my commands at all times. Keep it clean. Now touch gloves and let's do this. Подумали спортсмены, ударить ли по перчаткам или нет. Итак, Уильям Диас из Бразилии против Сладжана Тракишича. Легкая весовая категория. Итак, смотрим. Рефери дает отмашку. Бразилия сразу идет вперед и пытается зайти в борьбу. Он такой настоящий джорнимен из мира смешных единоборств. 15 побед, 12 поражений. И здесь продолжаются разборки на стиле. Хороший тейкдаун получился у Диаса. Да, буквально слэм такой. Получился у бразильца, однако отдал он шею. И Сладжан Тракишич сейчас пытается эту шею держать.
освободил голову. И сейчас может подключать локти Уильям Диас. Хорошая позиция у него. Ну, а Сладжин, еще раз отмечу, пока в Serbian Battle Championship не выиграл. Три поражения у него здесь. И пока он вот пережидает этот стартовый мощный натиск от бразильца. Наносит удары Уильям Диас сверху. Там и по корпусу можно работать. И здесь есть риск треугольника ручного, которым и переходит Уильям Диас, пытается освободить ногу. Хороший захват. Явно терпит уже Сладжин Драгишич. И фулмаунт. Опять давление. Пока не получается. Да, все. Что ж, минуты 19 секунд всего понадобилось Уильяму Диасу. Какая у него седая борода, да, интересная. Да. Шикарный ручной треугольник от бразильца. Отличное выступление Диас продемонстрировал. Перевел в партер оппонента броском. И дальше последовал прием. Что говорить, мастер джиу-джитсу доказал свое превосходство на канвасе. Давайте посмотрим еще раз. Через всю клетку протащил сначала Диас на себе соперника, потом совершил тейкдаун и провел вот такой удушающий прием. Шестнадцатая победа в карьере. Да какая красивая. Победник Гушенев у первой раунды. A victory by choking in the first round. The winner is...